13 июля 1992 года указом президента страны был создан Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. За 25 лет он прошел определенные этапы своего развития и совершенствования. За эти годы спецподразделением КНБ проведено множество антитеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий. На торжественном собрании в честь этого праздника аким Жамбылской области поздравил всех сотрудников и ветеранов КНБ. Празднование 25-летия со дня образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан сегодня отмечают и в Таразе. Торжественное собрание началось с поздравительного письма от председателя КНБ страны Карима Масимова. Также на празднике побывал глава региона Карим Кукрикбаев. Аким Жамбылской области поздравил сотрудников и ветеранов органов Комитета национальной безопасности с праздником и поблагодарил за их добросовестную службу, верность долгу и личное мужество. Являясь верным защитником общества и суверенитета страны, вы носите бесценный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана, в том числе и нашей области. Благодаря мудрой политике главы государства, направленной на формирование надежного фундамента единства, дружбы и толерантности, укрепляется социально-политическая стабильность в нашей стране. И здесь необходимо отметить неустанный труд Комитета национальной безопасности, в том числе Департамента по Жамбылской области, по предупреждению социальных, межнациональных и религиозных конфликтов в регионе, по борьбе с коррупцией. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан – это специальный государственный орган, являющийся составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны. Стоит отметить, что КНБ состоит из 9 подразделений, среди них служба контрразведки, пограничная служба, служба антитеррора, служба специального назначения А, департамент военной контрразведки, служба экономической безопасности, информации и кибербезопасности и служба правительственной связи. В целом, все эти подразделения и днем, и ночью трудится для обеспечения спокойствия в нашей стране. В этот знаменательный день я хотел поздравить наших ветеранов, наших сотрудников, членов их семей с знаменательным праздником, пожелать им здоровья, успехов в работе. Я хотел бы отметить, что органы национальной безопасности занимают определенное место в системе государственного управления по обеспечению национальной безопасности нашего государства. Одной из основных приоритетных задач является борьба с терроризмом, обеспечение готовности учреждений и населения к ликвидации последствий возможных террористических актов. Торжественное мероприятие продолжилось большим праздничным концертом. За четверть века отечественной спецслужбой пройден большой, важный и славный путь. Но впереди еще немало возложенных задач, и главная из них – защита интересов суверенного Казахстана. Валерий Татаренков, Ермек Киншимбек, 77 News.